Всем привет, мои хорошие! У нас уже время без 28. Доброе сонное утро, я бы так сказала. Легла я очень поздно, и мне вообще кажется, что я заснула под утро. Ни черта не помогали мне таблетки. Выпила их несколько штук, и потом, да, полегчало. И вот сейчас ничего, наконец-то не болит. Сейчас надо голову тоже помыть. Буду собираться в школу. Нам, родителям, к 10, а детям к 8. Анюта вообще учится во вторую смену, но сегодня в первую. У них будет 2 урока. Столовая и потом субботника. И у кого из родителей есть желание, время, может тоже прийти и помочь. А Максимка спит. Ему сегодня 13:30. Никаких кружков не будет. Отменили или что? Ну, в общем, 13:30 и до вечера. Уже попили чай, перекусили, позавтракали. Сейчас будут выходить. Я уже, наверное, сама возьму мешки. Мы купили большие, 160 литров или 180 литров. Для листвы, для мусора. Вот. И грабли нужно будет с собой взять. Я думаю, зачем будет Анюта это тащить, если я тоже пойду. Поэтому сама все и принесу. Анюта еще вчера купила таких 2 интересных лего в Пятерочке в детском банкомате. Ну, стоят они как бы недешево, я бы сказала. 159 рублей. Ну, интересно очень детям собирать. Прям такие очень красивые получились фигурки. И тут вот папу пригласила. Разглядывают ее домик для питомцев. Да, дочь? У нее каждый день что-то тут добавляется. Что, это несъедобное, что ли? Я даже вчера, кстати, когда заходила Максимке линейку купить, а вам лапки не надо? Сейчас модные лапки и линейки с этими лапками. В общем, абсолютно все. Вот ерунду какую-то выдумают, видишь, и дети потом бегают за этим трендом, да? Мне вот больше всего нравится гусь. Самая лучшая покупка. Такой он миленький. Ну и мопсики. Собака. Он и дорогой, 404 рубля. Да? Да. А собачки? Собачки 172. А лапки? А лапка вот это 280. В общем, такие вот лапки, которые собирают всю грязь и мусор. Они помощники. Да. Тут кто-то отгрыз. Хотела я фигурки показать. И, кстати, Сашуля на работу сегодня идет в новом джемпере. А то модного показа не было. Вот, смотрите, как смотрится. Ну да, как я там говорила, свиншот. А надо свитшот. В общем, скажу по-простому, кофта. Не толстая, не тонкая. На погоду сейчас самое то. И вот фигурки хотела показать. Да, дочь, собирала она вчера. Ну, такие красивые, да? Мам, тебе какая больше нравится? Миленькие. Сейчас. Ну-ка, камера. Папке вот это. Папе вот это понравилось? А мне вот это. Мне тоже. Прям совсем такая, да? Миленькая. Смотрите. Ну, камера. Камера не хочет на Анюте. А вот. Ну, 159. Такая крохотулечка стоит. Так, ну что, пешком вы идете, кстати? Надо, дочь, тебе куртку. На улице с утра прохладненько. Мои сентябринки цветут. И сегодня такое небо. Посмотрите. Какое красивое вообще небо сегодня. Ты видела, дочь? Выгляни в окно. Очень красивое небо. И солнышко светит. Я каждый день, когда просыпаюсь, выглядываю в окно, чтобы не было мороза, и мои розы не замерзли. Ну, не только розы, это вообще, в принципе, цветочки. Хочется, чтобы еще было тепло. Да, в Казахстане уже были заморозки, все цветы замерзли. Мама говорит, прям холодно. Ладно, мои хорошие, всем хорошего дня, отличного настроения. Не переключайтесь, оставайтесь вместе с нами. Напоминаю, подписывайтесь на Дзен-канал, Телеграм-канал. Все ссылочки будут в описании канала. И, о, как играют в футбол, ведра расставляют, так все это потом и стоит во дворе. Видите? Никто ничего не убирает, да, дочь? Играть здорово было расставлять, а вот убрать за собой, ну...
Никак. Ладно. Все, пойдем их проводим и будем тоже собираться. И надо еще мне сделать, успеть свою работу. Так что бегом в темпе вальса. Встретимся уже, наверное, с вами позже, когда приду домой. Вышла проводить. На улице свежо, но все равно солнышко светит и небо очень красивое такое сегодня. Дочь предлагала шапочку одеть. На, дочь, выкинешь по дороге. Не хочет. Говорит, не холодно. Ну давай, бери сам. Все, иди. Ага, иди. Как всегда, шутит. Пока. Не закрывай калитку. Холодно будет, дочь, капюшон накинь. Дочь, капюшон накинь. Видите, с граблями. И тут порядок наводить. Все, ладненько, пусть тогда идут. Ну вот, пожалуйста, зашла в дом, пока прибрала постель. Голову помыла, и уже, можно сказать, половина девятого. Ну и вот снова включилась. Думаю, надо ведь вам показать, что у нас сейчас в ванной комнате. Разобрали там все. В общем, пока без душевой. Надо будет теперь протапливать баньку, чтобы можно было помыться. Ну и вообще на выходных поедем в Мичуринск. Посмотрим, сколько стоят душевые кабинки именно с высоким поддоном. Очень хочется, чтобы была все-таки и ванна, и душ. И вот с Сашулей тоже с утра, кстати, поспорили. Я ему приготовила жилетку. Переживаешь за него. Вот, тем более утром сейчас прям прохладно. Он пошел Анюту проводить. Но все равно спина замерзнет, надует. Нет, так и оставил на стуле. И жилетка, она не толстая, не тонкая. Вот как раз на эту погоду будет нормально. Потом уже в ней холодно будет. Нет, и все. Ну, мужчины, они такие. Так что меньше за них там переживайте, что-то им говорите. Все равно они, ну, не слушают, вообще не прислушиваются. И, кстати, тоже розы занесла с веранды. Я их на ночь всегда выставляю. Там прохладненько. И вот вчера, я говорю, так все болело. Даже не стала ничего рассказывать, показывать. Там спит Персюша на лежанке. Вот что тебе не спится? Я его специально закрыла, тут тепло. Думаю, чтобы по дому не ходил, а то он все равно весь вон побитый. Что тебе открыть? На, держи. Сразу вот любит он эти лизуны. И рана, видите, у него, можно сказать, зажила. Но мне кажется, еще одна дыра появилась. Наверное, снова с кем-то подрался. Вот, посмотрите, что тут у нас. Разобрал ее полностью. У нас, я говорила, колесики отлетели, не работали. Ну, мы нашли на маркетплейсе. Оказывается, можно их купить отдельно. Все прикрутил. Теперь дверцы ездят хорошо. И теперь о следующих проблемах. Вот за дверцей находится кран, где включать воду. Он полностью протекает. И вот с лейки вода капает. В общем, помыться уже все невозможно. И можно ли найти этот кран, как-то все это менять. Плюс там, где слив, полностью все сгнило. Это надо будет, это уже все, конечно же, будем делать в выходной. Вот это все надо снимать, убирать, чтобы можно было ее отодвинуть и посмотреть там, что к чему. И вообще, конечно, да, если мы найдем запчасти, все это можно будет сделать, так как душевая уже старая, возможно, уже вообще, да, мы ничего не сможем найти, и поэтому, ну, надо будет покупать новую. И вот мы уже пожили с такой душевой, да, все здорово, ну, хотелось бы, чтобы ванна была полежать, вот дети прям очень просят, вот эти бомбочки тем более разные. Анюта всегда говорит, Максимке-то вообще разницы нет, ну, мужчина одним словом растет, а нам, девочкам, хочется ванну, и вот поэтому хочется съездить, прицениться, и там уже будем думать, делать ее, восстанавливать, искать запчасти, либо эту отдать кому-то, кто хочет, пусть ремонтирует. Она так-то, в принципе, нормальная. Вот единственное, я говорю, кран. Но это все сделать можно, я говорю, может быть, и сделаем, будет стоять. Будем отталкиваться от цены. Если
цена будет там 50 тысяч или больше, то, конечно, нафиг надо, я вам так скажу. А если тысяч там 20, ну, 30 максимум, то, наверное, будем брать новую. И вообще мы как переехали в дом, у нас везде ремонт. Единственное, ванную комнату мы не трогали. Ну, тут ремонт хороший. Вот панели, окно, потолок. В принципе, нормально все. Но все равно, вот это вот все, конечно, мы покупали. Но мы уже давно думали заменить душевую. И хочется, и колется, я бы так сказала, но пока не работает, надо будет баньку протапливать, и там можно будет мыться. А тут ничего не работает. Все, давай иди быстренько в лежанку, в домик иди свой тепленький. Тут твой персик, друг тебя ждет. Давай, ложись, все, ложись. Всю дверь закрою, так будет потом спать. Да, все, лег, он просто хотел, наверное, свою сосульку. Так что показала вам, что у нас случилось. Будем теперь думать, что делать. Всем привет! А то меня сегодня не было в кадре, вот включилась прям буквально на минутку, и сейчас буду уже выходить к своей знакомой, пригласила меня на чай, и я вот прям вовремя очень спекла пирог с яблоками, очень вкусный получился, красивый, спасибо большое Вере Дмитриевне за такую замечательную форму. И у нас просто с самого утра такой сумасшедший ветер, вот когда ходили на субботник, кто-то сгребал, собирал листву, а она снова разлеталась в разные стороны. Но уже все было запланировано, и, видимо, изменить просто никак нельзя. И вот пришли с субботника, Максимку накормила, проводила в школу и решила приготовить картофельное пюре, капусту потушить. Прям очень захотелось капусты тушеной и вот пирог приготовить, испытать, так скажем, вот эту форму силиконовую, подсолнух. Ну, правда, очень, конечно, красиво все получилось, ничего не пригорает, и пирог оттуда вылетает. И вот мама тоже написала, что сегодня ничего не вздумай делать, большой праздник, и вот хочу вас всех тоже поздравить, пожелать самое главное здоровья, мира и исполнения всех ваших планов, целей, чтобы обязательно все у вас сбылось. И вот знакомая пригласила в гости, сейчас иду к ней и уже, наверное, ближе к вечеру вернусь домой. И, кстати, сегодня у Максимки родительское собрание, и пойдет Александр Николаевич. Я хожу к Анюте, а Сашуля ходит к Максимке. Я говорю, вот ты с ним делаешь уроки, занимаешься, я бы сказала, в большей части воспитанием, потому что он мне всегда говорит, не лезь. Мы, мужики, сами разберемся. Я говорю, вот иди, послушаешь там, и потом мне придешь, расскажешь. Так что будем ждать потом, когда вот приедет с работы, и как раз-таки Анюту отвезет на танцы, и сам поедет на родительское собрание. Так что вот такие вот планы, бездельничать, ничего не делать. Праздник, значит, отдыхаем, отдыхаем. Хотя, как Вера Дмитриевна говорит, грех, не грех, работать, грех лениться и ничего не делать. Но сегодня идем пить чай.
Так что уже встретимся с вами, наверное, ближе к вечеру, позже. И я говорю, на улице сумасшедший ветер. Я не знаю, вот этот вот, наверное, профлист на крыше весь тоже трещит, везде что-то гремит у кого-то, прям страшно, деревья гнутся. И вот дети, то, что на улице сейчас бегают, играют в футбол, не холодно, но вот ветер такой не очень хороший, я бы сказала, противный. Дети сегодня рано вернулись из школы, Аню, с Анютой мы пришли вот где-то в 11-12 часу, и Максимка пришел в 15:50. Потому что там какого-то урока не было, кружков не было. И вот пришли друзья, все бегают, играют на улице. Пока я готовила, время, конечно, пролетело. Сашуля тут приехал уже домой, забрал Анюту с танцев. Говорю, давай, рассказывай, что там было на родительском собрании. Сильно ругали. Ну, хотя сейчас вообще нельзя за каждого ребенка говорить. Это уже отдельно. Подходишь к учителю, и там тебе все, как говорится, замечания скажут, что нужно подтянуть, чему уделить внимание. Это раньше, да, вот в наше время было собрание за каждого, так вот, Нелепин, 2-2-2, то подтянуть, решать примеры не может, русский 2, сочинение, бородавка, 2-3-2, Нелепин, 5-5-5-5, бородавка, 2-2-2, 3-2. Ну да, изредки там были троечки, а так, конечно, 2. Моя любимая цифра. Ой, посмеялись немножко. Ну, как всегда, наверное, все как у всех, да? Да. Говорили, на что нужно. Замечание всегда есть. Нужно читать, да. Больше, писать. Вести читательский красиво. Дневник, писать красиво, это точно про нас. Умножение учить. Ну, Анюта знает, а вот Максимка, по-моему, да, немножко путается. Тоже надо подтянуть. Да, наоборот, мы с Максимкой нормально. Ага, а вы Анютой, ну, как всегда, все видите на нас. И, кстати, еще тоже включилась. Читал сегодня Александр Николаевич комментарии по поводу персика. И говорит, сейчас я... Да, все пишут, покастрируйте его. Себя покастрируйте. Посмотрим, как он будет житься. Да, он прям вот вообще категорически против. Не знаю, пусть лучше он повиснет, как ты там сказал, на заборе. Да, если он хочет, он гуляет везде, дерется, это его жизнь. Уж лучше на заборе повиснуть. Но зато счастливым. Но зато не кастрированным. В общем, вот такое вот мнение. И, знаете, многие обвиняете меня, что я не хочу. Если б я хотела, то уже давным-давно бы... отвезла. Нет, тут тоже играет мнение Александра Николаевича. Вот такие вот у нас скандалы. Я тоже говорю, давай, вот, ну что он везде бегает. Вот Фикса с дома просто не выгнать. А персик страдает. И сами все услышали, что думает он по этому поводу. Точнее, он вообще даже слышать ничего не хочет. А я тут чаек заварила. Сейчас будем ужинать и пить чай, так что приятного нам аппетита и всем тем, кто ест вместе с нами. Мы тут поужинали, я мою посуду, а воду решила поменять. И мне Сашуля говорит, Янусь, ты вообще смотрела, что значит 33 алых розы? И я вот сейчас вбила. 33 богатыря. Сейчас в поиск... Поисковик. В общем, вбила я в поисковик. И смотрите, что мне вышло. Это оригинальный и символичный подарок. Значение числа 33 в нумерологии – это крепкая, преданная любовь, сильная и нерушимая. Да.
ты сама придумала? Нет, это мне Google сказал. Ой, и, кстати, уже столько дней стоят, и вот только одна немножко там повесила нос, приуныла, а так они все... Они уже даже отросли, видишь, вон насколько вот. Видишь, где зеленые? На 10 сантиметров стоят. Угу, вот. Ой, ну хватит уже выдумывать. Я уже прям поверила сама. Сашуль, можешь ты с такими правдивыми глазами говорить? Надо нет. Еще ложку меда положить, чтобы... Не надо, они и так хорошо стоят. Ну, Сашуля меня уговаривает на ложку меда. Я говорю, не надо, я воду поменяла. И, кстати, видите, я даже бант не развязала. Лишь только воду меняю 2 раза в день. Бывает 1 раз в день. И вот на ночь убираю их на веранду. И на ночь на мороз выносишь. Да, и хорошо они стоят. Я прям вообще удивлена. Сегодня уже 27-е. 27-е, да? 28-е. Число, да, и стоят. Нет, меня стоят. Радует. То... Значит, Сашуль, стоят. Точно. Как там говорили? Сильная, крепкая и нерушимая любовь. Как вот это, вот с ними. Ну, я и говорю, что одна уже приуныла. Ой, ну одна из 33 это вообще ерунда. Сейчас напишите, Яна, надоела ты со своими розами. Ну вот у меня первый раз в жизни такой вот букетище. Да вообще не важно какой, я за каждым цветочком всегда ухаживаю, бегаю, переживаю. Ладно, все, домываем посуду. Там целая раковина. И потом у нас будет семейный кинотеатр. Будем фильм.